Ну что ж, всем привет, это будет обзор сравнения двух легендарных смартфонов Redmi Note 10S и Redmi Note 11S. В этом видео поговорим не только о том, чем они отличаются, но и какой из них в целом более, наверное, интереснее сейчас, в 2023 году. Потому что Redmi Note 10S в принципе легенда. Итак, выпущен был Redmi Note 10S достаточно давно, весной 2021 года. Проходит практически год, и в 2022 году выходит Redmi Note 11s. Я так подозреваю, что уже сейчас, когда вы смотрите это видео, на подходе либо уже вышел Redmi Note 12s, потому что прошло времени уже достаточно много. В принципе, они довольно хорошо его прокачали. Сегодня посмотрим в чем. Но есть нюансы, по которым он лично мне не очень нравится. Начнем с габаритов. Габариты в целом остались плюс-минус такими же, но так как это у нас уже новое поколение смартфонов Xiaomi, то они решили их сделать вот с такими плоскими гранями, как они сделали там Poco X4 Pro и так далее. Все вот эти грани, а еще и Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G, все это имеет вот такие грани, которые на самом деле не всем будут удобные, например, в руке это не очень удобно, когда держишь, что он кажется довольно толстым. Хотя они в толщину плюс-минус одинаковые. Даже, по-моему, этот чуть потолще 10S. Но по ощущениям 11S толще. Вот такие вот, такой обман как бы, да, тактильный. По весу они полностью идентичны, 180 грамм. Они не ощущаются тяжелыми, очень приятно сидят в руке. Я бы сказал, что одни из самых приятных смартфонов, которые можно сейчас себе взять и действительно получать удовольствие от эксплуатации. Также хотел бы отметить, что в Redmi Note 10S они сделали полноценный тройной лоток. Туда можно вставить две симки и отдельно карту памяти. Что касается 11s, они решили, собственно говоря, не мудрствовать и повторили то же самое. За что им, конечно, большущее спасибо. По дизайну тут все очень субъективно. Видно, что у 10s все красиво, камера спрятана, все лаконично. У 11s вот эта выпирающая камера, еще и вот так нестандартно, это, конечно, некоторым может не понравиться. Что касается защиты, то и здесь, и здесь горилла глаз третьего поколения, пластиковые рамки по краям. Но у 11S пластик здесь он не такой глянцевый, он идет в цвет корпуса. Во-первых, это не выделяется и смотрится интересней. А во-вторых, эта вся история не так сильно царапается, как на 10S. Этот глянцевый и отделяющийся по цвету таким серебром пластик. Он, конечно, очень сильно царапается, но тут уже как как пользоваться. Влагозащиты нет ни здесь, ни здесь. Стандартная IP53 за счет того, что здесь установлено кольцо на SIM-лотке. Но вот по дисплеям это кардинально разные смартфоны, несмотря на то, что и здесь, и здесь у нас диагональ дисплея одинаковая. Это 6,43 дюйма. Дисплей в Redmi Note 11S, тоже, кстати, AMOLED, уже 90 Гц. Если зайти в настройки, зайти в экран, то здесь уже сразу видно, да, какая плавность. То есть ты прокрутил и плавненько картинка двигается. Заходим в экран, видим, что здесь у нас есть DC-диминг. Здесь такой полезной опции как DC Dimming у нас нет в 11s, это кстати довольно плохо. Также видим, что есть частота 90 Гц. В плане эксплуатации это очень приятно и несмотря на то, что на процессор больше нагрузка, возрастает чуть-чуть нагрузка, в целом этот процессор вывозит 90 Гц хорошо. Поэтому тут у меня никаких вопросов. Если включить цветовую схему, насыщенную и здесь, и здесь, то я бы отметил, что более приятная картинка на 10S. Вот обратите внимание, я их рядом поставлю, и вы сами все увидите. Никаких ухищрений, никаких дополнительных опций не включено. Вы просто видите одинаковую картинку, и на 10S, как мне кажется, она более насыщенная и более контрастная. Но что касается детализации, вот именно детализация, то как прорисован каждый пиксель, мне больше нравится здесь на 11S. Ну тут уже просто дело вкуса. По яркости и тот и тот очень яркий и очень хорошо справляются с ярким солнечным светом. В пике до 1100 нит и до 1000 нит соответственно 10S и 11S выдают. Важным элементом является то, собственно говоря, сколько памяти у нас есть на борту. Если мы зайдем в 11S и в 10S, у меня оба аппарата с максимальным набором памяти. Здесь 8128 все параметры. И здесь 8, 128. Но важно, что в 11S они расширили эту память до 11 гигабайт с помощью 3 гигабайтного расширения с помощью внутренней памяти. Это больше маркетинг, чем прям совсем киллер фича. Но в целом спасибо, что хотя бы это есть. То есть, наверное, я так думаю, что в более-менее сложных задачах, каких-то тяжелых играх, возможно, это будет в плюс. Кстати, поколение процессоров здесь одинаковые. Это 90-я линейка Mediatek от Helio. И здесь 95-й, Helio G95, здесь Helio G96. Просто следующее поколение, ну одна и та же линейка. 12 нанометров что здесь, что здесь. То есть какого-то прогресса здесь нет по автономности. По мне так оба живут плюс-минус одинаково, с разницей примерно в 30 минут это можно списать на погрешность. Ядра мощные, с играми справляются хорошо. В целом, если говорить о базовых задачах, вы разницы не заметите. Но Здесь 90 Гц, а здесь 60 Следовательно, процессор все-таки помощнее в 11s, потому что он справляется с большей герцовкой также хорошо. При этом, если говорить о каких-то легких фризах и зависаниях, то в Redmi Note 10s они проскакивают иногда. В Redmi Note 11s это совсем редкое явление. Поэтому в плане эксплуатации, приятности использования 11s лично мне показался более интересным. Что касается внутренней памяти, также есть 664, 6128. Здесь то же самое, есть 464, 664, 4128, 6128. То есть памяти много на любой кошелек, на любой выбор. Память внутренняя достаточно быстрая, UFS 2.2. Запускаются приложения довольно быстро, но как мне показалось, наверное, в силу того, что все-таки поколение памяти чуть более новое, как будто бы в Redmi Note 11S чуть пошустрее запускаются, особенно когда много запускаешь приложений. А кстати, возможно, это именно из-за того, что здесь плюс 3 гигабайта от накопителя съедается. Мне понравилось, что видео он снимает 4К, 10S. Но когда я включил, собственно, камеру на 11S, я удивился, что здесь нет ни Full HD 60 кадров, ни 4К. А современный контент, ребята, извините, снимать Full HD 30 кадров, но это не все можно снять. Потому что есть вещи, которые хочется масштабировать, с большим качеством записать. Поэтому для меня лично по камере более интересный это 1, 10S. 11S все-таки слабоват. Ну, извините, два режима съемки видео это совсем никуда. Что касается фотовозможностей, и здесь, и здесь хорошая камера. Но у 11S просто сенсор больше, и поэтому сами фотки получаются более детализованными, более крупными, то есть само разрешение больше. Не более того, автофокус, все остальное, все срабатывает также хорошо при ровных руках. И селфи камера здесь плюс-минус одинаковая, здесь 13 мегапикселей, здесь 16 мегапикселей, но тоже разницы особо я не заметил обе камеры справляются неплохо и с контровым освещением. Единственное, что у 11S как будто бы более плавно срабатывает автозамер экспозиции, как будто бы более плавно срабатывает автофокус. Но это все очень ощущенческие вещи, то есть это нужно прям конкретно сравнить один и тот же кадр. Я этого не делал, и в целом камеры достойны. Но вот именно в плане видео 10S мне больше понравился, хотя казалось бы процессор вроде как послабее. Вот такая вот... Вот такой вот нюанс. Что касается э, звука, то мне звук понравился и здесь и здесь. Я могу включить, наверное, один и тот же ролик. Ну, например, вот. Всем этот. привет! В этом видео я хотел бы. Всем привет! В этом видео я хотел бы поделиться. В целом э, видно, что у 11s звук чуть-чуть погромче, чуть-чуть больше, как будто высоких. То есть тут разница, ну просто. На ощущенческих таких моментах. Что касается Wi-Fi, он работает хорошо и здесь, и здесь. 2,4, 5 ГГц, ловит, долбит через стены, вообще ни, никаких нюансов. Ну, понятно, что Bluetooth в 10S 5.1, здесь 5.0 в 11S. Тоже непонятно, почему они не поставили 5.1 модуль. В целом, модули копеечные, разница между ними копейка. Ну, решили вот так вот сделать, вроде как даже вместо прогресса какая-то деградация наблюдается. И здесь, и здесь у нас поддерживается и NFC, и инфракрасный порт, и FM радио, и разблокировка есть и по лицу, и отпечаткам, и все это встроено у нас в кнопку отпечатком. По лицу разблокирует, вот смотрите, одинаково, сейчас пробую, так вот, одинаково быстро по лицу разблокируется. Ну тут просто если вдруг кому-то интересно, то и отпечаток пальца срабатывает очень быстро, четко, но в 11S добавление отпечатка происходит быстрее и сам сканер как будто бы чуть-чуть быстрее. Но это просто, опять же, мои ощущения. Прям в миллиметрах я не засекал, в миллисекундах я не засекал, насколько он быстрее. Но по ощущениям он быстрее. Что касается батарейки, и здесь, и здесь у нас поддерживается быстрая зарядка 33 ватта. В комплекте она присутствует и заряжается за с 20 до 100 процентов в легкую батареечка 5000 миллиампер часов и здесь и здесь рекомендую пользоваться родной зарядкой она классная устройства не перегреваются и могу отметить что стабильно работает прием сигнала мобильного хорошо работает волты никаких вопросов не возникает по связи с, со спутниками ну и конечно же по цветам здесь у нас присутствует и синий и белый и такой темно-серый а здесь темно-серый Белый и синий, но в других расцветках с другим градиентом. То есть, опять же, оставили те же цвета, но немножко их переиграли. В общем-то, если подвести итог, оба аппарата очень интересны. Камера лучше здесь по функциям видео. Здесь лучше разрешение снимков. Удобство лучше здесь. Здесь больше оперативной памяти. Если брать даже 8128, топовую модификацию, здесь будет памяти больше. Экран здесь лучше. Здесь, мне кажется, он более... Насыщенным, как будто бы, и он здесь как будто чуть ярче. Ну, в некоторых моментах в целом, если подвести итог, и плюсы, и минусы есть и тут, и тут выбирать вам, напишите в комментариях, что выбрали вы для меня лично. Интересен ваш вот именно вариант. Потому что оба аппарата для меня интересны были как поизучать, посмотреть. То есть понятно, что основной аппарат у меня более флагманский. Я пользуюсь Mi 11T Pro. Вот мой аппарат. Я пользуюсь более дорогими устройствами. Просто потому что мне нужна хорошая камера. Мне нужен хороший звук. Мне нужны другие вещи, которые я предъявляю к смартфонам. Ну, которые в этих, вещах, в этих смартфонах этих вещей просто нет. Спасибо всем за внимание. Внимание. кстати ссылочку где можно купить по лучшим ценам эти смартфоны я укажу в описании там же будет ссылочка на кэшбэк что вы могли сэкономить в описании заглядывайте а в комментариях жду что вы думаете по поводу этой и этой модели перешли с этой на эту или думаете переходить или какой вообще выбираете все пишите в комментариях всем пока